Покупка недвижимости – это значительное и важное событие, которое требует обдуманных решений. В процессе приобретения жилья в Таллине могут возникнуть различные подводные камни. Значительно упростить этот процесс поможет осведомленность о потенциальных ошибках покупателей и способы их избежания. Первое. Недостаточный анализ рынка – ошибка. Покупатели часто принимают поспешные решения, не изучив предложения на рынке. Решение. Проанализируйте цены, посмотрите несколько объектов, сравните условия. Второе. Неверная оценка финансовых возможностей – ошибка. Влечение красивыми интерьерами может привести к переплате. Решение. Определите свой бюджет и строго ему следуйте, учитывая дополнительные расходы. Третье. Пренебрежение правовой проверкой – ошибка. Игнорирование юридической чистоты объекта может стать проблемой в будущем. Решение. Произведите тщательную проверку документов и истории объекта недвижимости. Четвертое. Неправильный выбор района – ошибка. Квартира или дом могут быть хорошими, но окружающий контекст подводит. Решение. Исследуйте инфраструктуру района, доступность транспорта, уровень безопасности. Пятое. Заблуждение относительно общей площади – ошибка. Часто объявления указывают общую площадь со всеми прилегающими помещениями. Решение. Уточняйте жилую площадь и размер дополнительных помещений отдельно. Шестое. Игнорирование долгосрочной перспективы – ошибка. Краткосрочный взгляд на покупку не учитывает изменения жизненных обстоятельств. Решение. Оценивайте потенциал недвижимости для продажи или аренды в будущем. Седьмое. Самостоятельная покупка без консультаций – ошибка. Отказ от услуг профессионального агента может стать причиной упущений. Решение. Воспользуйтесь услугами опытного риэлтора для оформления сделки. Заключая сделку по недвижимости в Таллине, не забывайте о данных ошибках покупателей. Ваше информированное решение избавит от лишних забот и финансовых потерь в будущем.